Поэтому я отвечу вот прямо и то, что я действительно думаю на эту тему, я не буду увиливать и уходить от этого вопроса. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Даже если предположить такую нелепость, что Крым это территория Украины. Такую нелепость, что Крым это территория Украины. Наверное, ее отец сказал бы ей. Что? Ты с ума сошла? Я с ума не сошла. Твоя дочь сошла. Окончательно? Не знаю.